Привет, друзья, у нас предпродажная проверка магнитола Телефункен RC760TC. Это вот такая вот старенькая интересная магнитола, привезенная из Германии. Вот такой вот у нее интерфейс. Кассеты работают как-то неправильно. То есть слышно, что... То есть они начинают мотать внутри, но скорее всего... То есть проблема старой техники – это пасеки. Резина столько не служит, она просто рвется или превращается в что-то наподобие как в смолу и прилипает. То есть слышно, что мотор сам стартует, но вращатели кассеты не крутятся в обоих деках. Здесь чуть-чуть небольшая вмятина, это при транспортировке. Ну, то есть в принципе можно что-то засунуть и вытянуть здесь вот. На этом аппендиксе это ничего страшного, это просто самосетка. Так, технически он работает вроде бы неплохо. Так, давайте же включим радио. Вот, как вы видите, Эйн Аус. Я так понимаю, это город и за городом или что-то типа там. На магнитоле. На магнитоле имеется три динамика, два спереди и один вот здесь вот сзади. Чуть-чуть отломаны кончики крепления там, а так в принципе магнитола в хорошем состоянии. Здесь переключатель работы от батареек и от сети 220 вольт. Уже одной рукой неудобно, но открою. Вот отсек для батареек. И сюда сматывается сам кабель. То есть, в общем, цену ставлю на магнитолу адекватную. Грубо говоря, как радейку можете использовать без проблем. Если нужны кассеты, открыли, поменяли пасеки. Есть резерв CD. То есть, это наш AUX современный. То есть, можете его использовать как... усилитель с колонками подключить, то есть mp3 плеер или телефон, и использовать его усилитель и колонки. Также аппарат имеет у нас ручку для транспортировки и выдвижную антенну. То есть на воле антенна длинная, как вы видите. Давайте посмотрим внешнюю панельку. Вот такой вот тюнер у нее с вот этими волнами. УКВ-КВМ-ВЛВ. То есть УКВ это наш FM современный. И у нас сверху имеется бас-бост, эквалайзер, ромкость, переключение звука. То есть что-то встроено в эквалайзера. Две кассетные деки. Имеется резерв CD, то есть это наш современный AUX. Есть микрофон, то есть можно записывать на кассеты. Ну и переключение, как видим, выключенный режим кассеты, радио и резерв, то есть переключение на AUX. Светодиод загорается, когда радио ловит стерео. Переключать можно стерео моно на FM и переключение волн. Вот такой вот чудо-аппаратик. Сзади аппарат выглядит вот так вот. И что меня порадовало, что сзади есть также динамик у него. На наклеечке мы видим его характеристики. И снизу у нас всего лишь отсек для батареек и отсек, куда прячется шнур. Это все закрывается вот такой вот крышечкой. И есть переключатель. Работает от батареек и от сети 220 вольт. Ну что, ребята, спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал.